Здравствуйте! Сегодня готовим чебуреки. Чебуреки продают на улице и подают в лучших ресторанах. Но и в домашних условиях приготовить чебуреки по этому рецепту не составит большого труда. Вначале готовим тесто. Растворяем ложку соли в 400 мл теплой воды. Воду с солью добавляем в 900 граммов муки и на малой скорости в миксере замешиваем крутое тесто. Если мука поглощает много воды, можно добавить 1-2 столовые ложки воды. Можно замесить это тесто вручную, но процесс этот достаточно трудоемкий, потому что тесто должно получиться очень крутое. Выкладываем тесто из миски миксера на стол и домешиваем его вручную без муки, чтобы оно стало гладким и эластичным. Оставляем тесто под миской на 30 минут минимально для расстойки. Добавляем 1 чайную ложку соли сверху или по вкусу и 1 полную чайную ложку черного молотого перца. Перемешиваем и добавляем 1 стакан 250 мл воды или кефира. При этом с кефиром начинка будет более сочная. Хорошо все перемешиваем, начинка готова. Через 30-40 минут делим тесто пополам и каждую половинку на 10 приблизительно равных кусочков. Каждому кусочку придаем форму кружочка и раскатываем его в лепешку толщиной 2 мм. Чебуреки, по сути своей, пирожки с мясом. Рецепты других пирожков вы можете найти на нашем сайте videokulinary.ru или по-русски videokulinary.rf в разделе «Выпечка». Удачи вам! На лепешку кладем полную сверху столовую.